Доброго дня всем любителям футбола. Стартовые составы. Осипович на ваших экранах. Чуть позже я их озвучу. Что? Состояние газона уж точно не должно помешать. Кстати, Слонин будет начинать. Есть свисток арбитра. Так, у Осиповича правым флангом. Хорошая передача на ход. Может получиться неплохая атака сейчас у гостей. Дроздович с мячом. Вторая строчка. Баранович также хорошо стартовал этот клуб в нашем чемпионате. Вот и первый удар в створ ворот. Беларусь абсолютно точно в их числе. Молодая и высшая лига, молодая и первая лига. Осипович в атаке. Удар по воротам. Есть свисток арбитра. Да, это скидка. Ну, не под удар, скорее под еще один заброс. Но вот сейчас Гапов хорош на выходе снова. Абсолютно точно был на ее играх. Подача в штрафту. Ну вот сейчас подача в центр, но на втором этаже из футбольного клуба Шымкент. Ардыбасы из города Шымкент. Перебрался он в Слоним в этом сезоне. Соловьев. Подача на ближнюю. Хорош. Подача, но Максим Азаров. А также Горчичников в составе Осиповича отличился. Стартовал второй тайм. Подача, момент. Выручает свою команду Бобров. В прошлом туре был сильнее петриковского Шахтера. 1-0. Переиграли они команду, которая пока также не набрала очков в нашем поединке. Моменты, у нас гол. Наконец-то дожидаемся мы первого взятия ворот. Хамза Якуди открывает счет нашего матча. Ох, и пугает меня поразительная точность прогнозов таких официальных данных. Честно признаюсь, упустил я момент с нарушением. Ну, кстати, если в чатике кто-то может рассмотреть этот эпизод для Осиповичей. Заброс во вратарскую. Хорош на втором этаже футболист Осиповичей. Сравнивают они счет, но здесь, по всей видимости, автогол. Давайте дожидаться повтора. Ну что ж, ну-ка накиньте лайков в нашей трансляции Осиповичи. Сравниваю счет матча. Осипович или Осиповичей. Меня интересует не ударение, а скорее окончание. Слоним в атаке. Некрашевич. Снова эта связочка на острие. Некрашевич и Якуди. И болею за красивый футбол. Прежде всего. Якуди с мячом. Ну, передержал немножко мяч Якуди. Но остается мяч у Слонима. Некрашевич. Мягкий заброс на дальнюю штангу. Вот это красота. Некрашевич. Это ассистентский дубль 37-го номера местной команды. Ну и здесь Александр Пузач. Российский легионер местной команды. Опасный штрафной сейчас у Слонима. Разыграли футболисты. Но мне казалось, что будет все-таки подача в штрафную. Вот сейчас идет подача. Ух, какой автогол получается-то красивый. Будто и в чужие ворота сейчас целился футболист приезжей команды. 3-1. Здесь Некрашевич. Некрашевич сразу же подача в штрафную. Удар! Хороший эпизод. 84-я минута матча. Времени остается не так много. И что-то мне подсказывает, что не должен отдавать эту победу Слоним. Еще одна атака. Удар! Хорош. Бобров. Это сейв. Вот голкипер Осиповичей. Чеботар. Не сумел зацепиться за этот мяч. Перехват мяча и Слоним в атаке. Прострел в штрафную. Удар. И это 4-1. Это дубль. Хамза Якуди ставит точку. Он в этом матче. Хамза Якуди. Казахский легионер. Забивает второй мяч. Все болельщики рады видеть победу. Да еще и крупную. Для вас этот матч комментировал Юрий Макара. Еще обязательно услышимся на матчах первой лиги. Всем пока и берегите себя.